поспел самый вкусный томат агрофирмы «Аэлита Амурский тигр». Томаты крупного размера, весом 300-500 грамм. Такими томатами можно восхищаться. Плоды плоско-округлой формы, красно-коричневого цвета, с симпатичными зелеными полосками. Томаты мясистые, сладкие, с обалденным фруктовым вкусом. В разрезе фантастически красивы. Срежем томат «Амурский тигр». Посмотрите, какой шикарный томат. Взвесим томат «Амурский тигр». Он весит 330 грамм. Разрезаем томат «Амурский тигр». Я уверена, что он в разрезе очень красивый. Посмотрите, какой шикарный томат. Посмотрите, какой он аппетитный, очень сочный, многокамерный, много семян. Обалденный томатик. Это один из самых наших любимых томатов. Дегустируем томатик. Мой любимый томат сочный, сладкий. Просто обалденный, шикарный томат. Я готова его есть и есть. Томат «Амурский тигр» просто бомба. Я его обожаю. Всегда буду его выращивать. Томат «Маша и Медведь» от агрофирмы «Сибирский сад». Высота куста в открытом грунте 1,5 метра и выше. Томаты крупные, плоско-округлой формы, слегка ребристые, малинового цвета. Весом 200-400 грамм. На разрезе мякоть нежная, сочная, сладкая. Кожица тонкая. При излишке влаги растрескивается. Какие красивые томатики. Главный садовод-огородник пришел собирать помидорчики. Срежем томат. Взвешиваем томат «Маша и Медведь». Он весит 241 грамм. Как мы дегустировали и взвешивали томат «Маша и Медведь», у нас уже есть видео на канале. Оставлю ссылочку в комментариях. Уже поспел томат шоколадный. Сейчас их срежем. Посмотрите, какие аппетитные томатики. Разрежем томат шоколадный. Посмотрите, какой красивый томатик в разрезе. Очень сочный, многокамерный, много семян. У него розовая сердцевинка, а так он сам шоколадный. Дегустируем томатик. Очень вкусный. Сладенький такой, сочный. И у него тонкая шкурка. Супер томат на вкус, обалденный. Поспел томат «Лотаринская красавица». Этот сорт американской селекции выведен специально для украшения огорода, как декоративное растение. У томата плоды плоско-округлой формы с ребристостью. Вес плодов 200-300 грамм. Плоды красного цвета. Кожица плотная, поэтому плоды не растрескиваются. Мякоть умеренно сочная. На разрезе можно увидеть пустоты, что позволяет фаршировать помидоры, как перцы. Сорт идеально подходит для украшения блюд. Плоды очень красивы в разрезе. Срежем томаты. Какой красивый томатик. Кожица гладкая, глянцевая, блестит на солнце. Взвешиваем томат «Лотаринская красавица». Томат весит 196 грамм. Разрезаем томат. Разрез такой красивый.
Томат многокамерный, сочный, много семян. Пробуем. Сладкий-сладкий. Очень сочный. Прям очень сладкий. Прям тает во рту. Обалденный томат. Суперский. Это еще один фаворит в нашей коллекции. Томаты дагестанские уже спеют. Один томатик уже поспел. Сейчас буду его срывать. Посмотрите, какой красавчик розового цвета. Томат дагестанский в разрезе очень красив. Такой аппетитный. Хочется поскорее его попробовать. Томат многокамерный, много семян, очень сочный. Приступаем к дегустации. Разрезала томатик, с него прям сок вытекает. Вот, смотрите. Сладкий-сладкий. Очень вкусный, мягкий, сладкий. Тает во рту. У него тонкая кожица. Прекрасный томат. Я очень люблю сладкие томаты. А вы? Пишите в комментариях, какие вам нравятся томаты по вкусовым качествам. Очень рекомендую вам томат дагестанский к посадке.